Друзья, приветствую вас на канале Алекс Дозор. А знаете, чего у нас не было в этом месяце? Все верно, распаковки. И вот оно свершилось. Впрыгиваем в последний, скажем так, трамвай. И последнее воскресенье месяца, и распаковка февральская, да? Как всегда, название у нас распаковок оригинальное. Вот, ну, дело было в том, что был китайский Новый год, все медленно ехало, что-то медленно отправлялось, что-то вообще застревало на таможке. Ну, вот, наконец-то, все вот это вот дело приехало, оно здесь, в этих пакетах. Смотрите, такой вот легкий анонс, что нас ожидает в этом ролике. Вот это вот мои посылки с AliExpress, которые я заказывал, покупал. Вот они здесь, скажем так, справа, в правой кучке. А вот за вот эту вот передачку огромное спасибо Сергею Клитко. Вот, ну, через день ходил на Укрпочту, забирал. Здесь 5 посылок, все пришли по одной. И человек ходил, чтобы они там не завалялись, не это, после работы забирал их. Ну, потому что на Укрпочте всяко бывает, да. Кто не знает, как бывает, посмотрите, как у меня есть ролик, как поступили с мерой на Укрпочте. То есть, такие, ну, мне когда-то Виталий Карасев высылал из Клайпеды, из Литвы, на день рождения сына, наушники на подарок, и какой там вот конфуз произошел. Ладно, ну, тут тема другого ролика, поэтому большое спасибо Сергею, озаботился, вот сложил все, отправил, и сейчас мы это дело распакуем. Вот здесь вот реально 5 посылочек, вот он консолидировал, так сказать, они у него собирались и дождались, пока он последнюю забрал. А вот здесь посылки от других друзей канала. Вот тут вот у нас посылочка от Андрея Гановского, спасибо ему огромное за этот образец к обзору, тоже ждали, пока у жены чуть-чуть с больницей наладится хоть как-то, чтобы она смогла помочь мне в моих съемках, и выслали. И Артему Майстренко вот такой вот огромный коробок с ништячками, там двое наушников на обзор, и третий Майдиока, ну это так, вот это я Артему отправлял послушать тоже, вот. И теперь мы все это дело будем, да, распаковывать, смотреть, разбираться, что, где, откуда и куда. Ну, еще так скажу, аудиоаксессуаров вот здесь вот у меня будет, ну, прилично, так сказать, вагон и тележка. По-моему, в одной распаковке столько еще не собиралось, а еще даже кое-что едет. Ладно. Как я обычно люблю говорить, языком вертеть, не мешки ворочать, пора заняться делом. Друзья, и начнем мы все это дело с посылочек с Алика, да, потому что на столе все у нас не поместится. Не, на столе-то оно поместится, просто в кадр все не помещается. А потом я буду аккуратненько так доставать ништячки, подогнанные ребятами на обзор. И еще раз им огромное спасибо. Вот, и вот что хочется сказать. Вы ж видели, сзади меня была надпись «Подпишись на канал». Вот классно было бы, вот если бы те 30%, которые меня смотрят, этого не делая, вот как бы сегодня взяли бы это и сделали. Вот я бы был очень благодарен этим 30%. Вот, ну там что там, лайк, дизлайк, тут уже ребята как на что заслужил, то, скажем так, и ставьте. Еще в описании ролика есть, будут все ссылочки, где что это куплено. На посылке ребят я поставлю ссылки на магазины, с которыми уже имел дело, которые рекомендую. Вот. Что там можно что-то покупать. Потому что у меня даже, если вы видели, есть ссылка на магазин, который я не рекомендую. Вот. Я там брал одни наушники, и они меня крепко обкидали. Ну, про это есть ролик, или уже есть, или скоро выйдет. Там Лафетиер наушники. Ладно, оп. И здесь у нас вот так вот. Три в одном, скажем так. Или три в одной. И продолжаем. Короче говоря, там на Инсту, на Фейсбук, на много чего другого интересного есть ссылки. Здесь же вообще нож не нужен, он вот так открывается. Вот, но на много чего интересного есть ссылки. Если есть желание задонатить на почтовые пересылки, тоже большое будет вам спасибо. О, кабель. Кабель от Nice CCK. Помните, я недавно показывал, говорил, что вот таких вот белых зипиках приходит там на синий в тряпчанной упаковке Jailai кабель. Был обзорчик. На этот кабель обзор уже есть на канале. Обзор на него можете не ждать. И это друг мой попросил купить ему кабель.
Дело сделано, кабель куплен, и поэтому он отправится в скором времени к своему владельцу. Неплохой такой кабелек, вот в этот раз на QDC коннекторах был взят. Ну, может, для инсты я еще разочек его пофотографирую. Может, даже не буду, потому что там тоже есть такие фотографии. А может, потому что с QDC. Короче, кстати, ну, напишите, стоит его фотографировать для инсты или не стоит. Хотя навряд ли вы успеете, к тому моменту он уже уедет, когда вы напишете. Ну ладно, все равно напишите. Я буду рад вашим письмам под моим контентом, под моими роликами. Я всегда всем отвечаю. В любом случае стараюсь, чтобы не было неотвеченных сообщений на канале. Мне, во-первых, не нравится, когда я захожу, и у меня там висят какие-то неотвеченные сообщения. Вот. А во-вторых, и комментариев становится больше. О, вот тоже. Ребята просили, говорят, нет САПов на обзоре, а он на лайтинг. А мы, по-моему, заказывали, нет. Ну, сейчас буду смотреть после распаковки. Это как бы не есть гуд. У меня даже переходника такого нету, чтобы проверить. Жена, кстати, уже полезла смотреть, какой мы заказали. Вот такая история. Ладно, сейчас она вам расскажет. Это вот на Коннексанте, на моем любимом CX3199-3. Вот захотелось попробовать вот в таком, скажем так, чуть большем формате. Я сейчас как бы немножечко так опешил. Неужели я лоханулся? Придется у кого-то брать iPhone для его прослушивания. У меня нема в семье таких вещей. У меня все моторолы. Ладно, идем дальше. Кстати, спонсоры канала смотрят видео чуть быстрее. Они уже заранее выкидываются, а потом выходят в эфир вот чисто. По своему расписанию. А все складываются так, чтобы для спонсоров это было доступно. Да, не на лайтинг, на Тапсим. Заказывали, жена только что проверила, посмотрела, показала мне. Придется открывать спор, потому что, ну, в принципе, не это устройство я хотел. К сожалению, вот так. А это у нас, друзья, коробочек, конечно, я даже не знаю, к лучшему или к худшему. Это кабель от QDC. Гляньте, на кабеле HiRes сертификация. Ну так, на всякий случай, чтобы вы понимали, да? Кабель HiRes Audio. Вот, Q1 Max. Тут у нас вот еще чего только не налеплено. Вот. И здесь у нас самый дешевый кабель со сменными коннекторами. Ну, со сменными джеками, вернее. Со сменными коннекторами. Это я хочу только себе кабель, чтобы джеки и коннекторы... Все было сменное, ну пока мисс вот. Блин, а выглядит реально хорошо. Как это будет на слух? Ну тут хоть вот QDC, здесь четко то, что я заказывал. Гляньте. Блин, хорошо выглядит. Ну в принципе их и Т1 выглядел достаточно неплохо. Скажем так, это... Наверное, самый дешевый. Нет, есть, по-моему, можно там что-то подешевле где-то найти. У тех же самых FZ. Ух ты, туго как. Смотрите. Вообще не хочет входить. Ладно. А другой коннектор. У FZ, но там получается, что ты заказываешь с одним только коннектором. Там на 3,5. Да что такое? Гляньте, что-то не очень сильно... Хочет, может, разработать надо. Короче, это я проверю к выводам туда ближе, скажу сейчас, насколько хорошо заходит. Может, это с первого раза не получилось. Короче, первый кабель мне пришел вот в их коробочке, а тут вот в таком пенальчике. Ну, можно пенальчик как чехол вот использовать для переноса. Тоже, в принципе, нормальная тема. Ладно, идем дальше. Блин, меня, конечно, эти чуть-чуть подрастроили. Этот. Он-то на лайтинг дороже, по-моему. Но это не суть. Как мне его проверить? Ну, надо мутить iPhone. И это ж не на один день, а на какое-то вот время.
Хотя бы на 3 дня, чтобы проверить. Не знаю, чем это кончится. Может, закажу еще один, а этот будет просто лежать. Продам потом. И тут у нас 3 в 1. Вот видите, какая-нибудь чепуха происходит и начинает сбивать, потому что распаковка — это всегда экспромт, это всегда, скажем так, живое общение. Вот думаю, в скором времени может стримы начать, но с этим надо разобраться, и время на это надо, и как это все работает, если у меня оборудование так, что-то, может, я не то режу. Здесь у нас... Вот, от Кибир кабель, с прямой, на MMCX коннекторах, балансный. Гляньте, пакетик. А в пакетике еще один пакетик. Брал я для смобатов, для своих, этот кабель. Спасибо Кибир магазину, уступили. Хороший магазин, я там всегда торгуюсь, всегда что-нибудь да уступают. Гляньте, как выглядят. Очень круто. На, кстати, не так живо, не так, вот знаете, не так ярко. Он на картинках выглядит попроще. В жизни он выглядит куда живее, куда прикольнее. Вот 4,4. Вот. Без заушин специально брал, чтобы можно было и напрямую посадку. Ну, это как бы для, больше для вкладышей. Хотя использовать буду, понятное дело, со многими, скажем так, наушниками, которые будут на QDC коннектором, если он еще окажется зачетным, там, классным, ну, после обзора будет видно, каким он окажется. И вот тут, наверное, кабель. Может, хоть одни наушники распечатать? Вот здесь 100 пудов наушники. Здесь 100 пудово наушнички. Мы их сейчас распечатаем с вами. Еще основная задача — пальцы себе не поотрезать. Как это? Ладно, больно, полбеды. Но ходить потом с порезанными пальцами — это просто неприятно. А нет, это не наушнички. И опять у нас кабель. Наушники останутся, скорее всего, на потом. Вот здесь они. И у нас кабель от IVQ. Прошу любить и жаловать. Это медь и графен. Решил вот заказать у них. То мне спасибо, Саня Чернов присылал их кабеля. Я с ними ознакомился, попробовал. Мне, в принципе, понравилось то, что делает QDC. Я рекомендовал, и многие купили по моей рекомендации. Видите, специально брал с удлиненной площадочкой для пинов. Как вот смотрится интересная такая фурнитурка на этом деле. Вот видите, есть еще такой притемненный какой-то вид, вот как бы, который говорит о том, что здесь что-то должно быть натерто простым карандашом. Вот такой, ух ты, большая такой, большой вход. Но это вроде как новинка была на момент моего заказа. Сейчас уже в новинках эта модель не числится. А когда я заказывал, это была новиночка. Вот такие вот, гляньте, коннекторы. Даже вот сразу любопытно. Здесь сразу проверим. Ну, здесь с посадкой проблем нет. Вот такой вот угловой, массивный такой молоточек. Гляньте, прикольно, да? Вот. Но посмотрим, как это дело по звуку. Я вообще не фанат чисто медных кабелей. Я люблю, чтобы там было какое-нибудь посеребрение, как минимум. А вообще я люблю гибридные или чисто серебряные кабеля. Но вот и по графену пройдемся. Очень сильно... Хотелось в свое время. Вот, видать, оно пришло. Ну, давайте уже тут тоже. По-моему, кабелек, если я не ошибаюсь. А может, и не кабелек. Ну, сейчас глянем. Клей к ножу клеится. Слышите, как свистит. И потом он застряет вот там. Может сделаться впечатление, что нож тупой, да? Ну, помните, вот только что бумажный пакет мы раскрывали, там за секунду все отрезалось. Здесь просто дело клея. Клей цепляется к полотну ножа, к лезвию ножа. FZ. Ага, вот и этот вот кабель об FZ. Еще один недорогой бюджетный кабель со сменными модулями. И вот мне интересно, прислала тоже магазин
FZ. Хороший магазин, рекомендую. Вот, Liberty Max там были хорошие наушники. Были одни и не очень. Ну, и на старуху бывает проруха. А вот кабель мне их тоже так по цвету понравился. Интересно, один или все-таки положили полный комплект? Я этого не знаю, между прочим. Та-дам! Один, да? А остальные у них по 180 гривен. Что почти 4 доллара. Вот такой вот этот стоит. Ну, будем считать 3 с чем-то. И очень они мне напоминают на ТРН похожие. У них вот такая же конструкция. Вот такой вот кабель. Остальное докупи сам называется. Ну ладно. Вот он тоненький, небольшой, да? Вот даже если сравнить с QDC. Ну как-то так. Ну, сравнивать мы будем по звуку. Ну, на внешний вид симпатично это выглядит. Мягенько, очень мягенько. И знаете, тоже хорошо. Это можно было бы тот же проводник засунуть в гораздо толще оплетку, как бы. И вид бы был, он имел мощнее, толще, как бы это. Но суть бы от этого не изменилась бы никакая. Ну и теперь вот тут вот. Тут точно есть наушники. Видели, сколько аудиоаксессуаров? Я точно знаю, люди пишут, что им заходят видео о аудиоаксессуарах. И я стараюсь, чтобы этот контент всегда по субботам выходил. Вот суббота специально именно для этого. У меня на канале, по крайней мере. Для того, чтобы порадовать вас. Хорошо запаковал. Сергей, спасибо. Огромное. Тоже знает таланты нашей почты. Но дело в том, что у меня новая почта. Это мне далеко ехать. Это если я в город где-то по пути еду, тогда я туда забираю. А Укрпочта возле дома, скажем так, в пошаговой доступности. И мне получается это гораздо все удобнее. Вот они. 5 посылок, друзья. Все 5 посылок. Здесь у нас зипик. Ну и начнем сразу. Открыли вот так на зипике. Пакетики с пупыркой. Ну все целое, не помялось, ничего добралось. Это новинка от CCI. Только закончил с предыдущей их новинкой. Там тоже как бы дело пошло чуть-чуть не в том русле, в котором я ожидал. Вот это FLA CCI. FLA. Ну или FLI. Как кому будет удобно. Мне удобнее FLA. Запомните, телефоны FLY были? Аж на языке вертится FLY. Вот такой вот коробочек. Кстати, что у нас здесь? Частоточка аж до хайрезных характеристик доведена, да? Вот, до 40 тысяч герц. Хотя слышим мы гораздо меньше. Ух ты. Не, ну красиво, гляньте. Так, маленький облегченный спичечный коробок, как я его называю. Что здесь, бумажонка, мануал. И сами наушники, которые мы сейчас с вами посмотрим чуточку поближе. Металлические фейсплейты. Есть вот какой-то фазик, какая-то вот открытая конструкция. Такие полууглубленные звуководы, гляньте. Не QDC коннекторы, вот вообще, да, что необычно. Глазу зацепиться и пальцу зацепиться не за что. Не QDC-шные, что-то новенькое от CCI. Ну, может, как бы и пора прощаться, может, вот и такое пора что-то делать. Тоже, как видите, не слишком там дорогие, какое-то вот углубление такое. На TFZ-шной, что ли, похоже. Вот как-то так. И амбушюрки совершенно другие, не насечек, и они такие вот, видите, с широким соплом и этот самый, упругенькие, не жидкое вот это вот, ну, то, что вообще, как я не понимаю, оно у меня тупо в ушах не сидит обычно, вот это белое жидкое безобразие, а здесь вот они такие в меру упругенькие,
не сказать, чтобы вообще, ну, то есть, как бы, но упругость присутствует. И тоже вот такое широко, широко открыто. Интересно, очень интересно. Надо дождаться, чтобы они дождались своего времени. Есть все-таки какая-то определенная очередность. И не всегда получается слушать то, что ты хочешь, а слушаешь то, что у тебя заложено в очередь. А то, что ты хочешь, так вообще не получается. Если особенно как бы не заладится с модельками, там три подряд, как у меня было за неделю. Здравствуй, ужас, я кошмар. Да, вот такой вот какой-то ТФЗ-шный разъемчик, вы видите? Ну и хорошо, ну и чудненько развиваются, это классно. Так, наушники убираем. Все, да? Все. Летим дальше. Давайте тогда еще вот это. Гляньте, какой огромнейший пакет, да? У нас для распаковки. А по сути... О, он такой пропупыренный внизу. Внизу, вернее, внутри. Сразу со старта. Оп, задел. Ну, ничего страшного. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Гляньте, никакой не фирменной коробочки. Никаких ни обозначений нету. Вообще зажрались они там. Азловские амбушюры, которые стоят как бы нормально баблища. Латексовые такие вот. На Unique Audio, на одной из моделек я попробовал в Эре. И мне очень зашли, очень понравились. Вот решил попробовать их взять. Стоят вот очень много, ну, денег, как для амбушюр. И вообще... И вот, ну, хотя бы какую-нибудь бы фирменную коробочку положили, чтобы я бы понимал, что это бренд. Но это уже как бы косяк. Ладно, поживем и увидим. Ну, в использовании там должно быть все, скажем так, более радужно и более интересно. Фух, это еще только, да, аликовские посылки. А еще от ребят, я, наверное, сейчас аликовские закончу, прервусь, выложу все на стол. От CCK вот такой вот кабель. Крутой. Выхватил по распродаже. Ну, гляньте, хороший такой проводник медный. Кто любит медь, насыщенный. Ну, а я попробую, может, мне понравится. Может, в этот раз мне медь понравится. То есть я выключу, чтобы, если что, ну, то есть с записью ничего не случилось, чтобы это все не потерять. Вот, и включу заново. Гляньте, не, ну, хорошо так. Сделано, выполнено. Очень даже классно. Ну, давайте еще одни наушники откроем. Вот здесь еще одна коробочка. Я уже, честно... И не помню, что здесь наушники должны быть. Уже запарился это дело распаковывать. Я и передохну, наверное, 5 минут. А, все, вспомнил. Это Кибир Шторм. Шторм, гроза. Не шторм, а шторм, гроза. Это, хотя хочется их штормом назвать. Я вообще в футбол в детстве играл, у нас команда была. Или шторм, или штурм. Я тоже постоянно путал, между прочим. Жена сидит, улыбится. Вот. Эта моделька должна у них как бы позиционировалась на замену КС-1, хитовой их модельки. Достаточно классная, вообще недорогая модель была. Вот, это тоже там космических денег не стоит, тоже как бы недорогая. Но уже я слышал о ней не очень отзывы, там и графики АЧХ показывали, что что-то сумасшедшее получается. И как бы так, но одно дело слышать. Одно дело щупать. Вот, скажем так, и подтвердим или опровергнем эту информацию. Вот в таком она фиолетовом цвете симпатичном. Носики толстые. Ну, блин, нормально все. QDC. И еще QDC коннекторы. Пока на новые тут не переходят. Вот, пакетик, гляньте, прям как я люблю. Нормальный человеческий зипик. Ну, кобелек, да, вы поняли, да, такой. Смоточка белая, пачкаться будет. Кабелек самый-самый-самый-самый, который надо срочно поменять,
Тут бумажоночка есть на месте. А вот два, да, два пакетика с амбушюрами, ребята. И это не может не радовать. Вот такие беленькие, сопливенькие. Или они такие же? О, убежала, потом подниму. Или они такие же? Да нет, это вот такие же, как вот сейчас на этом. Да, 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 такие же точно, как у CCI Fla. Интересно. Девки пляшут. Видать, скоро мы их увидим еще в каких-то моделях, да? Все как бы понятно и все ясно становится. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, да? Вот эта тема. Все мне ясно стало. Так это такие же самые. Просто два комплекта одинаковых насадок. Крутяк. Ну, вон там еще две. Крутяк. А смысл? Не, ну хорошо, как бы. Две, не одна, еще лучше. Ну, то есть, уже случайно попали. Кстати, у кого такие наушники, напишите, сколько у них. Или кто, может, видел там распаковки другие, смотрел. Сколько там комплектов амбушюр. Ключ именем короля. Откройте, да? С этим разобрались. И последняя посылочка. И я же говорю, отдышусь. Я не курю, перекур мне не нужен, а вот отдышаться не помешает. А тут у нас сразу два кабеля от Nice CCK. Тоже по 4,5. Тоже была хорошая цена, я выхватил на 4,5. Джеки балансные, я уже не вижу смысла на 3,5 брать, но мне вообще как бы неинтересно. Здесь вот такая вот беленькая посеребренная медь. Здесь, по-моему, тоже. Сейчас утверждать не берусь. Но, по-моему, то. Ну, посмотрите, если что, по ссылкам перейдете. И цены, и вот такая вот тоже посеребренная медь. Как-то покрасивше выглядит. Фурнитура все везде одинаковая. А вот плетение. Плетение разное. И сам проводник тоже разный. Вот такая крутизна. Нет, друзья, проверил, это все-таки я лоханулся, там на двух чипах было, на Конексанте, вот на этом CX и на ALC еще было, но это в принципе Realtek, насколько я понимаю, у меня лаканак был на таком чипе, и он мне не понравился. Вот, а всего лишь как бы два варианта, и все они были на Lightning, и теперь вот не знаю, что делать. Есть у кого-нибудь рабочий переходник, заслать мне, чтобы я послушал это устройство, вот если не сложно, там на недельку, вот, просто есть же переходники, которые вот тупо для зарядки, через которых ты музыку не послушаешь, чтобы я сейчас не покупал, не выбирал, два месяца не ждал, чтобы обзор на него сделать. Я очень сильно попрошу, ребят, если есть у кого-то, буквально вот ну, на неделечку, было бы очень шикарно, был бы очень признателен. И вот этот вот проверил кабель от QKZ. Короче говоря, входит, но настолько туго он туда залазит, это вообще вот жесть. Очень-очень туго. Никогда в жизни у меня такого не было, но это уже в обзоре на него. Мы к нему подойдем. Ну а мы с ребята с вами продолжаем нашу эпичную распаковку. Конечно, сильная получается распаковочка. И пошли ништячки от ребят. От ребят к нам приехала вот такая тема. Это от Андрея. Спасибо ему большое за возможность ознакомиться с ФИО и ознакомить вас, ознакомиться мне, ознакомиться вас с ФИО К3. В народе КАЗ, в просто народе. Вот как бы такой вот аппаратик, Хайрис сертификация, J Audio, да. Вот, вот тут вот как бы видите, Си-на-Си разъем, все классно. И он сказал, что еще взял для него какой-то специальный кабель. Говорит, выслать? Я говорю, ну давай, а почему бы нет? Ух ты, елки-палки. И Оппенхауэровский, ой-ой-ой-ой-ой, как красиво это выглядит. Ну кабелей у меня на обзоры теперь хоть просто отбавляй. Реально круто. Я что-то вот подумал, что речь идет о цифровом, а вот таком вот кабеле. А тут вот как бы так, не, ну круто. Я как бы посматривал в сторону их кабелей, но ни разу не пробовал.
Вот и возможность. Не, Андрей, спасибо большое. Реально, вот это сюрприз был. Вот это подгончик. Гляньте, какой чехол. Все как бы зачетно. Понятно, что это так кожица молодого дермантина. Это вообще такой какой-то войлочный подвойлок, искусственный материал. Но все равно, блин, это классно. Это вот круто, прищепка какая. Я даже не знаю, как ей пользоваться, куда тут что вставлять. Ну, к обзору разберусь обязательно. Крутяк. Вообще, спасибо большое. И переходим к ништячкам от Артема Майстренко. Я думаю, что сейчас у меня тут тоже будут восхищенные эти отклики. Аккуратненько. Аккуратненько. Там должны быть коробочки. Их нам главное не повредить. Да, главное правило — не навреди. Бабах. Все упаковано очень-очень серьезно. Пупырка такая. Гляньте, крупная какая, классная. И вот что мы здесь имеем. Ну, это мои Диока. Мы их как бы это не будем, да, распаковывать. Все видели и обзоры уже, и сравнения. Есть, кстати, еще одно сравнение. Скорее всего, оно не вышло. У меня уже отснято, а как-нибудь выйдет в эфир. И это вот Adonis от Queen of Audio. Как я хотел когда-то попробовать. И вместо них по обзору одного интересного обзорщика я взял Моджимонику H2O. Потому что он сказал, что где-то они лучше звучат, чем Adonis. Вот, кстати, будет момент узнать, где. Кстати, ребята, если вы хотите, чтобы я это с чем-то сравнил, ну, я реально, я хочу чисто из принципа. Я понимаю, что там Моджимоника H2O, она и не нужна, наверное, никому. Но я хочу из принципа это сделать, как бы, чтобы узнать, что я потерял вот так вот тут в лоб и с вами поделиться своими ощущениями. А если вы хотите, чтобы я снял какое-то дополнительное сравнение, напишите, пожалуйста, и я это обязательно сделаю. А давайте сразу откроем коробок. Вот, красота какая. Как вот, ну, действительно, Queen of Audio, как коробки с конфетами это дело запечатывает. Ладно. А вот у нас еще и FIO FF3. Это вкладыши. Будем продолжать обзор на линейку вкладышей. Нашумевшая по-своему моделечка. Между прочим, кто-то хвалил, кто-то ругал. Вот и посмотрим, какое мнение у меня будет по поводу них. Ну, а я хочу, все еще хочу вот сюда. Сначала для меня вот это вот долгожданнее было. Я реально их очень хотел, потом отказался от этой мысли. Это так, как у меня с Teen Hi-Fi P1 Plus. Кабель. Гляньте, красивый такой, темная бронза или темное даже золото больше, не бронза. Больше на такое притемненное золото похоже. Вот, красивый. Красиво. Этим наушникам уже как бы не один год. По-моему, или два, или полтора. Но своей актуальности они не теряют. Ага, здесь вот с них колпачок. Этот самый, пенки. Ну, это то, что как раз вот трогать не надо, чтобы не потерялось. Тут и будет лежать. Так, идем дальше. А, вот такая коробочка. Ага, тут выбито все. Амбушюрки родные. Так. Ну, такие вполне себе приличные, родные амбушюрки. Вот с зауженным такие. Твердый сердечник у них. Ну, ладно, это у нас не обзор. Это у нас такая распаковка. И в первое впечатление я уже чуть ли не в обзор ухожу. А вот эти вот. Вот эти тоже такие прикольные. Ух. Блин, друзья, это да. Вот как бы. Видите, ну я свелся на то, что Моджимоника была дешевле. И услышал я от того парня, не буду называть, в эфире, скажем так, героя моего соблазна. Но и я как бы купился, взял все-таки их. Хотя надо было чуть-чуть буквально добавить, не так уж и много, и взять вот этих вот красавцев. Классно,
Очень красиво выглядят эти наушники. Ну, будем слушать, разбираться. Так, ну видите, тут что у нас? Бумажонки, карточки. Вот такие. Вот такая визитная карточка, скажем так. А здесь у нас инструкция к использованию и ачиха. Вот такая вот ачихашечка. Все это дело послушаем. И я вам обязательно расскажу. Снимать, понятное дело, буду побыстрее на них обзор, чтобы отправить их человеку. Но выходить будет чуть позже, потому что есть новинки, которые надо пропускать вперед. А эти обзоры, они как бы будут выходить так, вот, чтобы разрядить ситуацию. Может, какие-то по воскресеньям, я еще пока не знаю. А вот они. И красавцы от всего. Я, кстати, смотрел, была у меня мысль их купить еще до роста курса доллара. Но меня остановило то, что я не люблю наушники на несменных, с несменными кабелями, если вы помните. Вот такой вот кабель. Вот такая красота. Ну, время много этот обзор занял. Сейчас быстренько мануальчик листану, все уже. Не обзор, а распаковка. Все уже будем в обзоре. Красиво, реально тоже красиво очень смотрятся. Сейчас вышли FF5, но стоят они космос. И сейчас у меня, к сожалению, нет такой возможности их приобрести, хотя очень-очень хочется. Я надеюсь, что кто-нибудь приобретет, да я как-нибудь запишу обзор. Может быть, буду не первым, кто это сделает, но хотелось бы это сделать вообще. Вот тут комплекты насадок. Здесь вот, ага, да, там же сменный джек на баланс. Вот так вот. Ну, давайте все-таки глянем, какие здесь амбушюрки нам положили. Уж очень любопытно. Понятное дело, пользоваться я ими не буду, а буду своими. Причем у меня такого же плана все есть. Как бы вы видели обзорчик на амбушюры для вкладышей. Ну, не обзорчик, видосик, то есть, как бы, у меня больше, как бы, видео с моими впечатлениями, на самом деле. Я не, то есть, такие, тут закрытые, ага. Я не претендую на, знаете, истину в последней инстанции, на то, что я тут такой технарь, такой обзорчик. Я больше, как бы, стараюсь вам передать свои впечатления, свои, знаете, то, что я получил от использования гаджета. Я наушников тех же самых, от прослушивания. Я стараюсь как бы неделю быть с одними наушниками, но иногда получается парочку пропустить, если одни какие-нибудь откровенные, а эти как потолще такие. Если одни как бы откровенные, ну, то есть не очень гуана, то можно и парочку за неделю таких пропустить. А если наушники классные, то по-любому неделя, иногда получается и больше с ними ходить. Все. Друзья, все показал, все это, пусть теперь Белочек посмотрит на все сегодняшние приехавшие ништячки, да? Ну что, друзья, на столе очень много, распаковка вообще лихая выдалась. Спасибо всем принявшим участие, а особенно вам, досмотревшим до конца, он меня уже за палец кусает. Пускаю на стол зверюгу. Тихо, 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 от больших коробочков уходи, это не наше, я понял, Фио, сразу тебе интересно стало. Так, что там? Вот укуток, вот много всего, красавчик, вот этот вот рискованный момент. Ага, грызнул, и каз ему зашел. Тихо, 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 куда, 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 гляньте. Ну иди вот сюда, чтобы вообще так коробок не трогай. Оп. Как тебе? Кабеля. Кабеля. Говорит, мне бы это, девчонок бы, а ты мне кабелей. Все. Все посмотрел. Все посмотрел, что ему предстоит поработать. Говорит, ты недовольный какой. Иди ко мне. Иди. Сонный красавчик. Что-то даже тут пометить пытается. Так, от этой коробки отойди. Ага, гляньте. Ты мелочь. Идем, идем, идем. Все, друзья, на этой счастливой ночи и с Белочкой на плече, повернись к людям, с жопой повернулся. Мы хотим вам сказать мира вам, добра
счастья, процветания, всего самого лучшего. Мы вас очень сильно любим, особенно тех, кто досмотрел до этого момента. Мы вас очень сильно любим и признательны тоже. Пока!